Отже, до нас вже приєднався наш перший ранковий гость. Це Чарівна Ольга Даль, фітнес-тренерка. Я вас вітаю, Оля. Доброе утро, Анастасія. Ну що ж, вже за місяць буквально буде літо. Усі, я так розумію, кинулися приводити себе у форму. Чи це можливо взагалі за такий короткий термін привести себе до ладу? Чи можна про це забути взагалі? Чесно? Ну, за такое короткое время в очень хорошую форму из не очень хорошей, ну, маловероятно. А улучшить свое здоровье, улучшить самочувствие, то это вполне реально. Угу. Ну, а що ви порадили б тим, хто хоче от зараз розпочати проводити себе до ладу? Що це має бути? Це має бути правильне харчування, або зарядка та ж, або якісь фізичні навантаження. На що треба звернути увагу, перш за все? Хорошо все делать постепенно. Начать можно с того, что делать зарядку каждое утро. Это уже все Анастасия рассказывала, как это хорошо влияет на наш организм. Это пробуждает наш организм, улучшает самочувствие. Но это просто с самого утра вы делаете себе определенный хороший заряд, хорошее настроение. Вы остаетесь наедине с собой, вы растягиваете свое тело, вы чувствуете свое тело. И вы уже несете какую-то определенную энергию в мир, потому что вы зарядились с самого утра. Я так розумію, що ваша робота пов'язана із фітнесом, ви є фітнес-тренером, а чи робите ви кожного дня зарядку? Ось мені дуже цікаво. Я делаю каждый день зарядку, потому что человек не может каждый день просыпаться в хорошем настроении. У нас бывает, ну да, мы бывает в разном настроении просыпаемся, но мы можем все поправить через физиологию, включить себе приятную расслабляющую музыку и 7-10 минут заняться собой, найти для себя время, я думаю, может каждый человек. А я от багато чула ще щодо покращення самопочуття і взагалі от і фігури, і здоров'я свого, дуже важливо харчуватись правильно. Розкажіть, ну, наскільки це дійсно важливо і який, наприклад, от який для вас ідеальний сніданок, що потрібно їсти, щоб от гарно почуватися і бути у формі взагалі? Правильно, хорошо питаться, ну и еще правильно нужно не нервничать, это обязательно, и находиться в хорошем настроении. Но для людей, которые только начинают, я советую, им нужно добавлять больше овощей и больше зелени, больше натуральной пищи. И, конечно, я в своем питании тоже стараюсь больше овощей, больше фруктов использовать. Ну и хороший завтрак для всех – это какой-то белковый завтрак, он дает заряд энергии. Это орешки, творожок, омлет. Кто что любит, каждый может найти на свой вкус. Ну и достаточное количество фруктов. А что-то съедать. Ну, якщо, наприклад, людина вирішила так кардинально різко змінити свій спосіб життя, так, ну, намагатись більше правильно харчуватись взагалі, а чи потрібно різко змінювати раціон або от краще поступово це робити? Ні, звісно, постепенно. Ми постепенно додаємо більше кількість зелені в наш організм і більше кількість овочів. І потихоньку теж додаємо фрукти в першу половину дня, тому що вони дуже вуглеводні. Хто знає, молодці, а хто не знає, для вас полезная информация. И потихонечку мы смещаемся, потому что лично я считаю, если человек сразу с фастфудов и неправильного питания переходит на очень здоровый рацион, то возможны срывы. Человек очень долго держится, потом у него происходит бум, организм говорит, я против, и мы идем в пиццерию, в Макдональдс и начинаем есть какие-то шоколадки. То есть это мы должны знать, что мы можем себе это позволить. Мы все можем съесть, и кусочек шоколадки, и даже кусочек тортика, если там на работе у кого-то день рождения. Но все по чуть-чуть и в первую половину дня обязательно. А вот еще такое питание, вы сказали щойно, что сніданок має бути белковым, так? Ну, я так розумію, що вечеря теж має бути белковою, тому що, ну, це якби не треба на ніч їсти углеводи, а от коли їх взагалі треба їсти? Ну вот это тоже, это, кстати, вопрос, который, он долгий, его можно долго разбирать, потому что белковый ужин хорошо для людей, которые, допустим, находятся на массе, и они набирают мышечную массу. А вот для людей, которые не хотят набрать лишнюю мышечную массу, зачем им закислять лишний раз свой организм? Это неплохо сделать просто легкий салатик из овощей или какие-то печеные овощи, или просто, если человек худеет, это тоже кефир с хлебцом,
предостаточно и больше ничего не нужно. Это все зависит от человека и от его цели, какие он хочет достичь. А ось... что ви їдите на завтрак? О, ну, я, до речі, намагаюся снідати кожного дня, але це у мене не завжди виходить. Я от чула, що треба вуглеводи вранці, а білки ввечері. Я от чогось сніданку, у мене такі вуглеводні, до речі. Ну, от я зараз вас послухала, і дійсно, напевно, буду змінювати своє харчування. Потім не хочеться спати, коли ви їдете вуглеводи. Це така доволі тяжела піща, і всі наші лейкоцитики бігуть на боротьбу з цими вуглеводами, щоб переварити доволі тяжелу пищу. А ще після вуглеводів хочеться через час, уже через півтора часа нам опять кушати, тому що доволі така тяжела. А от якщо з білка, то одразу енергію. Так, дякую вам дуже, я буду тепер намагатися. Як ви вважаєте, чи обов'язково підбирати раціон або комплекс вправ зі спеціалістом? Чи людина може сама для себе підібрати те, що їй підійде? І як їй це зробити, якщо не секрет? Каждый человек может сам для себя найти систему упражнений. Сейчас очень много информации в интернете, человек может ее найти. Но если есть какие-то конкретные цели и задачи, куда мы хотим прийти, то, конечно, в первую очередь нужно прийти к человеку, который в этой области много лет этим занимается, к хорошему специалисту, рассказать, что конкретно человек хочет, и после этого результаты с тренером он может достичь намного более в кратчайшие сроки, чем он это будет делать сам. Причем у него есть мотивация, потому что обычно все делают какие-то первоначальные фотографии, и уже через 3 месяца, когда ты в новом теле, в новой форме, приходишь к миру и показываешь себя. Ну, так, красоті. Це з тренером набагато швидше просто все відбувається, і хтось за тобою дивиться постійно, нагадує тобі, ага, роби це, тож собі ти не можеш поблажок робити. Так, да, ми завжди можемо з собою договоритися, а от з тренером договоритися вже складніше. Це і правильно, це так і має бути. Ну, давайте перейдемо тоді до вправ, будемо заряджатися емоціями, позитивною енергією, настроєм. Давайте вже перейдемо до цього. Давайте. Доброе утро! Занимаем позицию пилатес. Ноги примерно на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Раскрываем грудную клетку, опускаем плечи. Подтягиваем низ живота. Осевое вытяжение по всей поверхности позвоночника. Тянемся все время макушкой наверх. Делаем вдох, вытягиваемся. Выдох, лопатки тянем к центру. Вдох, выдох. Вдох, еще раз хорошо вытягиваемся. Выдох, сводим лопатки, опускаем плечи. И еще 2 раза вдох, выдох. И последний раз вдох, подтягиваемся к солнышку, выдох. Переводим руки на ширине плеч. И на выдохе мы работаем только руками, сводим лопатки к центру. Разогреваем наши плечевые суставы. Делайте вместе со мной. Просыпаемся вместе. И еще 3, 2, 1. Оставляем руки параллельно полу. На выдохе мы делаем ротацию в корпусе влево. Лопатки не забываем, прижимаем к центру. Опускаем плечи, все время тянемся макушкой наверх. Раскрываем грудную клетку. У нас поза победителя. И еще по 1 разу в каждую сторону. И округляем грудной отдел. На выдохе рисуем полный круг. Я повернусь к вам боком, чтобы вы видели, что мы округляем грудной отдел, расслабляем шейный отдел и переходим через сторону. И еще продолжаем. Возвращаюсь снова и еще по 1 разу. Надеюсь, вы делаете вместе со мной. И мы остаемся в правую сторону, растягиваем мышцы. Чтобы не было сильного давления на мышцы, мы можем придерживаться над коленом. Хорошо потянулись, вдох. И на выдохе мы уходим в другую сторону. Еще несколько секунд растягиваемся. Не забываем, низ живота мы держим в тонусе. Хорошо, молодцы. И делаем полный круг. Заводим плечи назад, собираем лопатки, собираем руки в локтевой замок.
И делаем ровную линию от копчика до макушки. Наклоняемся до тех пор, пока, чтобы у нас не сгибалась поясница. Не заламываем шею. Вдох и медленно позвонок за позвонком мы вырастаем наверх. Возвращаемся. Руки у нас в центр. И на выдохе медленно работает только левая ножка. Баланс тела, вес полностью на правой стопе. Мы на выдохе работаем наверх. Тянемся макушкой. Вытягиваем носок. И еще 5, 4, 3, 2, 1. Переносим вес на другую стопу. Подтягиваем наши мышцы корпуса. Осевое вытяжение. Тянемся макушкой и на выдохе. Включаем ягодичную мышцу. Включаем наши мышцы бедра. И еще 5, 4, 3, 2, 1. Стопы ставим чуть шире плечей, параллельно друг другу. На выдохе мы отводим таз до уровня 90 градусов. Присаживаемся, собираем лопатки, раскрываем грудную клетку, тянемся макушкой, на выдохе приседаем. Давайте делать вместе. Хорошее пробуждение с самого утра. У нас уже мышцы в тонусе, тело подтянуто. И еще 5, 4, 3, 2. И последний раз. Маленькая статика. Остаемся внизу. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. И уходим на правую ножку. Растягиваем, выравниваем колено. Тянемся вниз. Я пытаюсь смотреть на вас, но мы не заламываем шейку. Мы тянемся к ножке. И медленно на выдохе меняем ногу, то же самое на левую. Добавляем ногу назад и на две ноги. Растягиваемся. Округляем позвоночник и позвонок за позвонком. Начинаем сначала поясница, лопатки, плечи. Поднимаемся наверх. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Восстанавливаем дыхание. И выдох. И последний раз. Вдох. Все молодцы, похлопайте себе. Дуже дякуємо вам за те, що ви нам показали таку гарну, гарну руханку ранкову. Ну, дуже так інформативно було, так, Настя? Оля, ну це взагалі супер. Я тепер буду кожного ранку, мабуть, так робити. Я, правда, все не запам'ятала, але ж є відео. Можна буде там у Фейсбуці на 51-му каналі подивитися, як воно робити ідеальну зарядку. Оля, ну ви в такій гарній формі, що я навіть трохи заздрю вам. Я когда только заходила, смотрела, вы тоже в очень хорошей форме. О, дякую, дякую. Добре, рухаємося, будемо рухатися далі. На жаль, у нас час трохи тісний. Дякуємо вам ще раз, бажаємо нових звершень, гарної форми та гарних вам учнів, щоб вони були ще й слухняними. Спасибо вам большое, хорошого вам дня і хорошого настроєння.